Привет, друзья! Все, кто зашел на мой канал, мои подписчики дорогие, привет всем! Сегодня хотела показать мою старушку, мою старенькую собачку, которая сейчас уже 17 с половиной лет. Она, конечно, себя чувствует не очень хорошо, но она самая старая, можно сказать, у нас здесь, в нашем районе. Вот, моя старушка совсем уже ослепла. Вот, и, да, Линочка, вот, это пуделечек, и, хотя сегодня не посвящено видео, моде посвящено, моим новым вещам. Ребятки, я хотела вам сказать, о чем сегодня будет видео. Очень давно не снимала, моя лапушка, новые вещи от меня. Я очень много покупаю через интернет-фирму Йокс, вот, и это итальянская фирма, кто не знает. У меня даже есть подписчицы, которые начали тоже покупать, потому что я гарантирую, по крайней мере, у меня, ну, может быть, 1-2 раза были мелочи, какие-то проблемы с ними, а в основном все было отлично, я очень много вещей купила, 2 года уже не покупаю. Вот, это никакая не реклама, я просто советую, очень хорошие вещи, намного дешевле, чем магазины, это фирменные вещи, они сделаны практически все в Италии, это действительно так, никаких подделок, никакого Китая, я ничего не имею против Китая, но все равно хочется покупать, если платишь за фирму, хотя она намного дешевле там, за фирму фирменную, вот, у них практически все известные фирмы, вот, что я хотела сказать, ребята, в этом видео вещи, я покупаю вещи часто, летние, или которым можно, ну, как бы сказать, классические, которые можно зиму-летом одеть, покупаю летние вещи зимой, а зимой часто весной или летом. Вот, но, в принципе, недели моды также и происходят. Недели моды делают Прет-а-Порте, и вообще в неделе моды все, они делают всегда зимой летняя, а летом зимняя. Вот, ребята, я покажу вам летние вещи, и не только летние вещи, а вечерние вещи, которые я буду носить на выход, а также тоже вещи для отпуска. В этом видео я еще первый раз покажу вещи, которые я покупаю для своего мужа. У него недавно было день рождения, я ему подарила 2 вещи. Я купила ему спортивных, очень красивые, такие ботиночками кроссовки. Вот. У нас очень, ну, модные люди носят кроссовки даже под костюмы, но если они классные. Вот, и что хотела сказать, а также рубашку от Moschino я ему купила, очень такую современную, модерн. Вот, стараюсь тоже и моему мужу не только для себя все покупать, а тоже для него. Он у меня очень хороший человек, вот, поддерживал меня, конечно, не без ссор, тоже бывает, мы очень долго вместе, поэтому. Так вот, ребятки. А в конце видео я покажу немножечко тоже шопинга, то есть одну часть от шопинга, только вещи, которые я в Лафайете видела. Они очень красивые, надеюсь, вам понравится. Не забывайте подписываться, кто зашел на мой канал. У меня для различных вкусов видео, не только мода, а также все возможное, вы посмотрите и оцените. Надеюсь, вам понравится. Желаю вам хорошего просмотра. Всех люблю. И еще хочу с вами ручкой поздороваться. Вот так. Можете ручки делать так. Или вот так лучше. Так не получается. Вот так. Хотела лично поздороваться. Вот. Так что, ребятки, желаю хорошего просмотра. И всего-всего хорошего, позитива, счастья и любви. А еще я забыла, ребята, большой привет сделать моей любимой подруге из Америки.
Она из Украины. Аллочка, люблю тебя. Даже если иногда не вовремя отвечаю. Ты знаешь, у меня иногда проблемки. И желаю тебе всего-всего, моя дорогая. Вот, ручка тебе. Начинаем, ребята. Ребят, еще хотела вам показать. Вот я купила, я искала себе ботиночки на выход. У меня светлые есть, а вот я хотела более темные. Вот это как раз мне понравились. Они такие типа серебряные, темно-серебряные стали. Такое вот кожа, конечно, обалденная. Я всегда же покупаю. Это моя новинка, но, к сожалению, ее отправлю назад. Ужасно мне не нравится. Но я просто в них влюблена. Посмотрите только, ребят, какие клевые. Вот это сейчас очень модно. Вот такой язычок. Это просто, ну, крик моды. И на босоножках, на туфлях, на мокасинах. Вот. Вот именно такой, такие ботиночки. Ну, я только вот сейчас первый раз, ну, в очень дорогих бутиках. Или вот я заказываю, вы знаете, я уже много видел. Через фирму Йокс очень практически, очень много. Ну, где-то 70-80% моих одежд я покупаю через фирму Йокс. Так вот, ребята, вы посмотрите, конечно, ну, очень клевые, конечно, очень. Это просто, ну, обалденная обувь, причем мягкая. Все, ребята, ну, из-за того, что левая прекрасная, а из-за того, что у меня, вот здесь замочек, из-за того, что у меня как бы порез ноги, то ступы частичные правой после неудачных, ужасных операций в этом году. 5 операций на... Только в этом году, с марта до конца апреля, на позвоночник, который у меня испортили, испоганили, где я была почти при смерти. А так, у меня там и чувствительность, или как будто стою под током, бьет током ногу в стопу. И поэтому мне очень сейчас тяжело. Я ходила на шикарных, у меня есть видео, каких у меня туфли. Я их не могу сейчас пока носить. И, дай бог, вообще бы когда-нибудь носила. Жалко, конечно. Вот такие клевые, ребятки. А, я заказала. И вот здесь вот они, типа, они очень большие. Я по заказу вообще сейчас, у меня 40-й, у меня большая нога, 40-й размер, я заказываю 41-й для того, чтобы больные ноги. И, но у меня широкая нога, и к тому же она, вот именно большой палец у меня парализован и током бьет. И мне надо очень широко здесь, это более узко. Вот, и, ребята, мне придется их отправлять назад от фирмы Йокс. Причем цена вообще так уценили, классная цена для таких балдежных. 120 евро – это не цена. Вот. Так вот, я хотела вам просто показать, какие буду заказывать дальше. Но, честно говоря, у меня так посылка-пересылка, посылка-пересылка. А здесь надо сразу платить, и это, конечно, не... Ну, получается, не дешево, потому что сначала я пересылаю, деньги мне посылают на мой контур, то есть на мой банк, вот, или я заказываю на Money, Йокс, это значит, они приходят деньги, приходят назад мои ботиночки, и они пишут плюс для меня, что я могу купить на эти деньги, сколько, например, 120 евро, могу купить другое. Но я не всегда этим пользуюсь, я часто на банк перевожу. Также, ребята, мои дорогие друзья, я купила от фирмы Emmanuelle Ungaro вот это платьице Animal Look. Также продолжается модным, вообще это тоже классика, леопарды лук, ну это зебра лук, я зебра лук очень люблю, у меня даже, как видите, дома и кресло, и очень вот это вот, вот настил на кровать, и вот этот мех, который лежит у меня натуральный сверху, это немножечко такого, ну, типа зебры лук. Вот это платье мне очень-очень понравилось, оно
изумительное качество. Эммануэль Унгаро – это очень красивая, шикарная фирма. Шикарная, очень шьют, очень досконально. Вот, это тоже сделано в Италии, эта вещь. Опять же, я купила через фирму Йокс интернет-магазин. Тоже выгодно, это было последнее, кажется, платье. Что мне понравилось, и что здесь вот маленькая такая вот, такой вырез. Вот, он вроде бы, ну, такой децент, не так уж выделяется. А в то же время, это какая-то очень интересная деталь. Единственное, мне нужно вот это вот, когда вешаешь вот эти вот штучки, ну, более прятать, потому что или я отрежу, посмотрю. Вот, я хотела обязательно показать вот это платьице. Это тоже буду носить на выход. Что мне нравится, оно здесь трапеция, оно расклешено. Я люблю такие вещи. Вот, вот здесь вот такая вот бретелька мне тоже очень понравилась. Вот, сшито бесподобно, изумительный материал, он плотноватый такой, как плотный-плотный шелк, но смешанный. Вот, хотела это показать. Я опять повторяю, я стараюсь покупать вещи, которые можно, они модные, но не только модные. Я выбираю из них, которые не сезонные будут. И опять же повторяю, что я часто покупаю летом, то зимой летние вещи. Вот, или наоборот. Сейчас я вам покажу, как оно сзади выглядит. Во-первых, вот так немножко отойду. Ну, выглядит они темненько сзади. Вот. Опять же, вот эта вот деталь. Вот эта маленькая такая дырочка как бы сделана, ну, что-то новое. Вот, это сейчас тоже очень модно. Часто делают здесь, или вот здесь, или вот здесь. Ну, оно вроде бы не открыто, а в то же время какая-то вот как бы деталь. Вот, я хотела обязательно. Вот, потом еще советую, ребята, ну, кроме того, тех платьев, которые стретч, вот, например, вот у меня, которое я купила от фирмы, вот это изумительное бельгийское платье, то бельгийский кружева, которое я вам показала, цвета нут, то есть цвета кожи. Старайтесь покупать, особенно если у вас, ну, пару килограммов больше, вещи не ужасно плотные. Старайтесь немножко, даже покупайте лучше на размер больше, потому что вы даже тоньше будете выглядеть. Не надо делать себя, ну, колбасу как бы. Все себя, вы будете красивее, вы будете, кроме, конечно, вот корсажа или кроме, конечно, и вообще, я считаю, люди от даже 46-48 размера, я советую не покупать узкие вещи, то есть брюки, например. Сейчас очень модно тоже широкие брюки, очень много модно 70-е годы, и поэтому не обязательно. Это ерунда, что если вы маленького роста, я, например, невысокая, я 1,64 м, вот, это не обязательно, что нужно, если маленький человек, ему нужно, нельзя широкое, это ерунда. Наоборот, длинные платья вас как бы немножечко сделают выше, сделают стройнее, и еще длинные юбки тоже сейчас очень модно, вот, и до пола, вот я покажу в следующем видео, я купила от Ковали очень красивую, сейчас ее немножко подшиваю, потому что, к сожалению, вещи очень часто делают, очень брюки и юбки делают очень длинные, вот, и я советую женщинам невысоким покупать. Если вам нравится, конечно, это только мой совет, вещи длинные и брюки широкие до пола, чтобы они были длинные, закрывали почти ваш каблучок, чуть-чуть просто оставаться, потому что это шик, это всегда был шиком, это вообще широкие брюки всегда были шиком, вот, это мой совет, и я немножко интересуюсь модой, не немножко, а сильно интересуюсь модой, поэтому не бойтесь и экспериментируйте, пойдите хотя бы попробуйте, пойдите попробуйте магазин и оденьте, посмотрите, как будет. Верх тогда должен быть более узкий, если широкие брюки, особенно у маленьких женщин, высоких может быть и то, и то. Так что переходим к следующей новинке. Сейчас я вам хочу показать тоже, я купила себе шортики, вот, я сейчас вам покажу, я одевать не буду.
как говорится, я говорю, что я покупаю тоже через фирму Йокс летние вещи. Сейчас покажу. Вот такие шортики сейчас, ребята, покажу. От Майкла Корса я купила. Вот посмотрите, вот такие широкенькие шортики. Я люблю широкенькие шортики. Особенно, конечно, людям от 40. Советую широкенькие. Они смотрятся очень большими. Они мне на талии свободны. Это хорошо. Мне очень нравится от Майкла Корса. Вот здесь их, конечно, эмблема. Очень красивая вышивка, посмотрите, это лен, здесь очень плотно, я обожаю лен, он тоже всегда модный, он, да, здесь карманчики, посмотрите, ребята, вот такие карманчики, вот, очень хороший качество, плотный лен, вот, такие шортики, посмотрите, как они смотрятся. Вот, в жаркие дни, даже с блузом можно носить, с кроссовочками, вот, и, ну, я буду носить больше, если в отпуск поеду, вот такие хорошенькие шортики от Майкла Корса я купила. Следующая вещь, которую я купила через фирму Йокс, интернет-магазин итальянский, это, опять же, кружева, то есть болеру из кружев от фирмы Always, вот это вот бельгийские кружева, которая очень-очень дорого стоит в магазинах, а я купила, опять же, ее по скидке, выгодно. Вот, я обожаю болеру, я всем советую иметь болеру, она даже не очень красивые, ну, обыкновенные вещи делать красивым, может быть, просто в черном маленьком платье, одеть сверху весь без рукавчиков, красиво балеру, вы выглядите празднично. Если вы его не одеваете, вы выглядите нормально. Это балера, вечерняя балера. Из потрясающего кружева хочу показать. Вы посмотрите, какая работа. Опять же, повторяю, фирма Always. Она выпускает только вещи для вечернего в основном и свадебные платья для, из кружев. Вот, бельгийская кружева. Я повторяю, всю жизнь были очень-очень, сколько вот пишут и все, они были всегда очень хорошего качества, известные в мире, вот. И я купила такую балеру, я хочу показать, как я буду сочетать с вещами, например, вот это длинное платье от Moschino, которое у меня шелка, вот, я его очень люблю, оно очень хорошее тоже качество, я купила в магазине. Вот и несколько лет она у меня уже. И вот я хочу показать, посмотрите, как она смотрится, например, вот с этим платьицем моим. Вот эта балера. Я еще не оторвала бирку. Вот хочу вам показать, ребята. Девчонки, мальчишки, кто зашел. Всем хочу показать вот это прекрасное качество от этого изумительного балера. Вот хочу отойти еще, например. И, кстати, хочу показать, как оно... смотрится длинное платье, то, что я говорю длинное платье, а не показываю, что оно длинное. Вот, я сажусь. Ребята, я считаю, вещь, конечно, очень шикарная. Мне нравится очень кармен, вот эти вот рукава. Очень здорово смотрится. И с длинным платьицем, если прохладно, или, например, куда-то идете на встречу, или в ресторан, или еще куда-то, оно всегда может произвести впечатление. Оно длинненькое, вот типа маленького такого, ну, курточки, не курточки, пиджачка, как бы из кружева. Вот так вот оно выглядит. Всем советую иметь тоже в гардеробе балеру, оно всегда тоже модно. Вот, и еще фирмы Йокс остались кое-какие. В принципе, сейчас очень много скупили от фирмы Always. Вот именно эта фирма, которая продуцирует вот такие шикарные вещи из кружев. Разобрали вообще, потому что они очень хорошо оценили. Вот там есть еще с коротким рукавом. Кстати, я заказала. В следующем видео покажу. Оно бежевое. У меня очень много бежевого. Я говорила, я обожаю бежевые тона. Это подходит моим волосам. К тому же брюнеткам тоже очень красиво бежевое. Бежевый такой цвет, который людей делает очень... ну, как бы сказать... оно не
Если вы одеваете красное, то оно как бомба. Вы смотрите на красное, не на лицо. А бежевое, он подчеркивает вашу индивидуальность. Я так хотела бы выразиться. Вот так. Можно, конечно, развязать, можно бантом сделать. Вот. Вот так вот. Или бантиком можно тоже завязать. Ну, типа, или полубантиком. Так, я хочу сейчас показать, как я буду его, например, с другим платьем вечерним одевать. Я просто хочу показать, как хорошо можно булировать с одним булеро различные вещи. Сейчас я хотела вам показать, как я, например, буду носить вот этот вот, это булеро от фирмы Olivis, вот это бельгийская фирма кружев, известнейших во всем мире. Под, например, мое синее платье вечернее от Элизабет Франчи. Вот, это платье, оно здесь с подкладкой, поэтому оно стоит специально, ну, такого типа, это корсет, а потом, вы же видите, даже здесь корсетные такие вот, ну, детали. Вот, и я хотела бы показать, как оно смотрится, например, вот с этим шикарным балером. Так вот. Этот опыт подальше хочу показать. Вот. Можно, опять же говорю, бантом завязать, но здесь очень много деталей, поэтому это будет слишком лишним. Наверное, я бы убрала здесь вот это вот мое, оставила только бы вот эти вот мои бусы из натурального жемчуга, из от... и стоите, вот у меня, кто знает, есть видео об этом, мне подарил муж перед моей операцией, вот это вот, вот это кружево, ой, квач кружево, что я квач, извините, я говорю по-немецки квач, чушь переводится, это как бы, ну, из этих вот перлен, из... это украшение подарил. Посмотрите, какая кожа, какой платьице. Это мой самый любимый цвет, ребятки. Только посмотрите на это чудо. Смотрите, это я принесла платье длинное из кружева на лето, на выход. Тоже с такими металлическими штучками. Это просто на талии так. Какое красивое, бесподобное фасон. Просто чудо. Кремового цвета. Очень красивое платье. Посмотрите, сколько оно стоит. Вот, посмотрим. 206, стоило 245. Очень красиво. Ну, обалденное. Просто обалденное. Друзья, я хотела сегодня показать не только вещи, которые я через интернет-магазин Йокс купила, а также для себя, я имею в виду. А также я хотела вам показать, что я на день рождения подарила своему мужу. Я купила вот такую классную рубашечку из коттона. Вот, вот такую рубашку. Я ее просто переменю на другой размер. Она большая ему. Такая клевая, от Moschino. Вот здесь у нас написано Milano Tropes. А здесь Love Moschino написано. Это эмблема от Moschino. Здесь опять же Love Moschino написано. Шутинг, что-то такое, Tropes, да, вот написано. Ну, такая клевая рубашка. Она, ее уценили, было 20% распродажи. Она стоила 109 евро. Я ее купила, конечно, 20% меньше. Сейчас опять она дороже. Вот, я люблю экстравагантные им рубашки, хотя он у меня мальчик, я говорю в кавычках, мальчик уже не такой уж молодой, но я считаю, ерунда, это все связано с самым главным, бывают мальчики как бы 20 лет старики, а бывают мужчины в возрасте, они, им это подходит, такие вещи. И, например, с беленькими джинсиками он будет носить, или с желтыми брюками. Желтость – это синий цвет. И здесь вот это вот желтое будет потрясающе выглядеть с такой рубашкой. С синим оно всегда красивое, плюс
А плюс у него, потом у него есть, я ему тоже купила обалденные брюки из, я обожаю брюки для мужчин на весну, лето, из льна, это всегда модно, они тоже дорого стоят, у нас очень быстро разбирают красивые брюки. Двое брюки я ему такие потрясающие купила, вот под такую рубашку. Так что, ребята, вот такую клявую я ему рубашку отхватила от моей любимой фирмы Yox, интернет-магазин итальянского, вот. Были там еще одни очень симпатичные, кому интересно, можете посмотреть, от мужские рубашки Love Moschino. Вот, качество шикарное, в общем, здесь вот так, здесь очень хорошо так выбито, вообще обалденно, очень клевая рубашечка. Еще ему купила на день рождения такие полуботиночки спортивные, сейчас покажу. Хотела еще вам показать, какой подарок я ему подарила моему мужу на день рождения от фирмы Pony. Полуботинки у него были черные с белым, уже немножко не такие новые. Я обожаю у мужчин полуботинки, сама люблю полуботинки спортивные. Их можно одеть даже и на выход. А вот я вообще люблю как для меня, так и для моего мужа смешение стилей. То есть спортивное это всегда модное, ужасно модно, с элегантным. Вот такая вот, вот такие вот спортивные туфли, то есть ботиночки. Вот так они выглядят. Я все время хотела что-то с красным ему купить. Это красное, синее и белое. Подошва отличная. Вот. Вот такие вот классные ботиночки я ему приобрела. Вот, через фирму Yox. Потому что я его только купила все тоже на оцененке. Вот, ну, не помню, сколько я за них заплатила, кажется, 70, являлись 69 и 68, ну, что такое, между 60 и 70 евро, тоже 25%. Вот такие вот ботиночки я ему купила, вот написано тоже Pony. Вот, они всегда очень удобные, ему зимой тоже можно одеть, и, в общем, не очень они понравились. Вот такие, и рубашку я вам показывала в видео, какую ему от Moschino, Love Moschino купила. Вот такие подарки я ему купила от дня рождения. Ребята, вот это совсем выходная вещь. Я купила себе такой корсет топ. Он на косточках здесь, от фирмы IO, да, IO, Couture. Вот, опять же, через фирму Yox. Я вообще, ребята, вот эти все вещи, которые сегодня показываю, я собирала, конечно, и не в одно время, потому что это, конечно, я тоже себе не могу позволить сразу в одно время купить. Вот так выглядит этот корсетик, топик. Он из шелка, смешанный с чем-то, не хочу сейчас говорить, а с чем-то он был, с какой-то такой, не знаю. Опять же, видите, я одеваю балеру, я очень это люблю. Вот, ну, конечно, если очень жарко, я сниму, так вот, это и понятно. Я хочу сзади вам показать. Вот, вот здесь на замочке он. Это выткано прямо на вот этом материале, подкладка, конечно, выткана типа такого цветов. Ну, мне цвет... Я обожаю вот такие кремовые цвета, или пастельные, или кремовые. Они всегда делают вещи дорогими, они всегда делают вас ну, шикарными. Вот. Вот такой с беленькими брючками новый топ. Мне он очень понравился, он двойной здесь, бантик. Вот, конечно, здесь нельзя носить много украшений. Я одела только серьги жемчуга и мои браслеты, часы вот тут, потому что здесь уже хватает, как бы, вот надо с этим очень осторожно переигрывать. Вот такой топ я купила от фирмы Yox. Еще покажу вам туфли, которые я, ну, я ношу очень мало, каблуки я очень много покупаю. Туфли, как бы, туфли, кроссовки, ну, не кроссовки, нельзя сказать, сникерс. Вот, сейчас я вам покажу. Также я хотела вам показать, у меня есть такой очень красивый черный корсаж топ от известнейшей фирмы Agent Provocateur, Agent Provocateur.
Вот, и я хотела вам показать, опять же, как подходит вот этот балеро кружево к моему вечернему этому топу, то есть корсажу. Вот, я сзади не завязала, оно смотрится вот так. Вот, и просто хотела показать, как можно много варьировать вот такие вот балеро с различными вещами. Поэтому, опять же, советую, ребята, девчонки, покупать хотя бы одно красивое в вашем гардеробе, чтобы было балеро, чтобы его варьировать с вечерней одеждой. И, конечно, дневные балеро, это понятно. Я просто хотела показать, как вот, например, я лично варьирую балеро, и как они украшают человека с платьями, с длинными, с короткими, с топами. Я уже рассказывала за многих операциях, которые я в этом году сделала. К сожалению, я опять родилась, была почти при смерти. Вот, мне очень тяжело сейчас покупать обувь, надо только удобную, потому что у меня порез пальцев ноги правой, и мне очень тяжело, и поэтому я ужасно рада была купить вот такие вот прикольные сникерсы, то есть они как бы как туфельками смотрятся от фирмы Geox. Фирма Geox, она очень удобна. Вот, мне очень нравится вот здесь вот подошва. Это тоже я купила от, причем вообще за даром. Что-то я платила 49 или 50 евро за это, такие классные. Вот, это кожа. Все кожа абсолютно, тут серебряная кожа, я хочу показать, вот серебряная, здесь вот такие вот мне нравятся. Вообще, типа такого 20-х годов, я очень люблю туфли-кроссовки, потому что они смотрятся с брюками, ну просто обалденно, очень так клево. У меня такие полосатые есть брюки широкие, и вот с ними оно смотрится очень элегантно, очень прикольно, так, ну как в старые времена, то есть 20-е годы, когда ходили, щеголи, мужчины особенно в таких туфлях. Кстати говоря, Шанель обожала типа мужских туфлей. Вот, она же брюки очень любила. Вот, мне они очень-очень понравились. В общем, короче, и, ребята, хочу сказать, выбор вообще сумасшедший. Йокса, вот, спортивные обуви, причем очень хорошие цены. Также есть вот этот очень известный New Balance, очень классные тоже кроссовки, очень по хорошим ценам, потому что это 50 евро, все такое. Они в магазинах у нас стоят по 100, по 120. Вот, тоже, и кому интересно, посмотрите, вот такие кроссовки. Положила, ребяточки. Надеюсь, мое видео вам очень понравилось. Вот, кто зашел случайно на мой канал, я буду рада видеть вас в подписчиках. Всем желаю здоровья, счастья. Хотя сейчас много темных дней. Старайтесь, чтобы у вас не было депрессии. Выходите на свежий воздух, покупайте, если возможно, что-нибудь хорошенькое. Даже если это мелочь, тоже приятно. Вот. И всех вас люблю. Охотно тоже подписываюсь на других. И не забывайте, кто посмотрел мое видео, мои все друзья, мои все подписчики, и кто вообще просто зашел, ставить лайки, не забывайте. Очень вас прошу, мне приятно будет. Я не зря тогда сделала видео. Вот, я от души стараюсь сделать видео. Короче, желаю всего хорошего. Люблю, целую. Ваша Эрика. Пока.